Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня я покажу рецепт очень вкусных и необычных рубленых котлет. Для их приготовления нам понадобится 500 грамм куриного филе. Его нужно нарезать на мелкие кусочки. 100 грамм в глубокую емкость. Далее нам понадобится 150 грамм твердого сыра. Я использую сыр сулугуни. Натираем его на мелкой терке и отправляем к мясу. Нарезаем небольшими кусочками 3-4 кольца консервированных ананасов. Это примерно 150 грамм. Добавляем 2 яйца, соль по вкусу, все хорошо перемешиваем. Затем добавляем 1-2 столовые ложки крахмала. Крахмал можно заменить на муку либо манку. Выкладываем ложкой котлеты на сковороду с растительным маслом, жарим на небольшом огне с двух сторон до золотистой корочки. Я желаю всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!